Продолжаем просмотр. 32 серия. Москва, Мурманск. Так, это мониторинг связи. Очень слабая связь мобильная. Но привязаться больше ни к чему. С левой стороны вдалеке Колозеро. И вдоль трассы практически на всем протяжении заволоченная местность. Далеко впереди полуозеро, малое полуозеро, и с левой стороны проходит железная дорога. Ну, на разном расстоянии, там от нескольких сотен метров до 2-3 километров. Так, ну я, наверное, почитаю немного комментарии. Geoproject нашел у меня ошибку, название я ее исправил. Сергей Трошин написал озеро Имандра, но я сейчас затрудняюсь что-либо по этому вопросу сказать. И Сергей Трошин пишет, что купил бы для поездки отдельный навигатор с уже закачанными картами. Но у меня есть такой навигатор без покупки, просто нужно было бы обновить, там немножко с ним поковыряться, восстановить его. Но у меня на планшете был закачан навигатор Map.me. Я считаю, что это один из лучших навигаторов, кроме областей, где он работает отвратительно, это Колыма. Ну а если вот касаться вопроса купить, много что бы я хотел купить, вот, никаких бы средств не хватило, мне и так эта поездка обошлась в копеечку, так что думать о каких-то, ну, дополнительных покупках не приходилось. Сергей Трошин, железная дорога петляет потому, что поезд не автомобиль. Для него нужен более пологий маршрут, без резких подъемов и спусков. Я сам машинист. Что я могу на это сказать? Ну, во-первых, у нас дороги проектировались по принципу стоимости. Чем дешевле проект, тем он быстрее принимался. Грубейшие нарушения в технологии. Согласитесь, что прямая всегда короче кривой. И когда дороги проектировались, они не смотрели на второе приближение. Они строили транспортную задачу. Ну, есть такое понятие в экономике, в математике, транспортная задача, согласно которой выдавался наиболее дешевый вариант. Но не учитывалось то, что прямой маршрут требует меньше затрат на шпалы, на рельсы, меньше времени на обслуживание, скорость доставки и расход топлива. Это радар стреляет кто-то или в автомобиле? Ну вот единственный, наверное, вариант, когда радар-детектор, или второй вариант, второй раз, когда радар-детектор предупредил о том, что на трассе ведется скрытое наблюдение. Или из автомобиля кто-то проверяет скорость движения, или в кустах. Ну, в кустах маловероятно, по всей вероятности, из автомобилей. Так, на чем я остановился?
Вот, по дорогам, значит, увеличивается прямая, увеличивается скорость доставки, меньше расходов на ремонт, на обслуживание. Но это проект, скажем так, длинный. Он бы окупился бы, ну, через полтора, может быть, в два раза дороже. Но через несколько лет он уже давал бы уже прибыль, уже бы доставка была бы дешевле, билеты дешевле и так далее, и так далее, и так далее. Но это тогда не учитывалось. Ну, по всей вероятности, я думаю, работал принцип или реализовывался лозунг, который выдвигала партия и правительство, что экономика должна быть экономной. Более глупого лозунга, наверное, придумать было нельзя. Ну и народ стал прикалываться над этим призывом, над этим лозунгом. Сначала убрали слово «экономный», «экономика должна быть», потом «экономика должна», ну и так далее. Экономические законы, они как и другие физические законы, я не имею в виду юридические, которые существуют сами по себе, и если их знать и их придерживаться, то эффективность значительно повышается. Так. Это 32-я серия. Москва-Мурманск, трасса Р-21, Кола. Я просто не хочу больше отходить от картинки, выдаваться в экономические и политические дискуссии. Это отдельная тема, и это не место для... Так, ну вот я сейчас смотрю, на карте нет левого поворота. Кстати, обратил внимание, что вроде бы вот двигаешься по трассе, видишь левый или правый поворот, подъезжаешь более-менее близко, видишь, что поворот буквально метров, ну, 10-15 на этом повороте. На этом асфальт, дорога заканчивается, а дальше пошли вот эти... козьи тропы, тропинки. То есть поворот намечен. Возможно, в планах есть в этих местах строить дорогу куда-то, но это закладки, скажем так. С правой стороны по ходу озеро Большое Энгое. И граница, административная граница. Городского округа Оленегорск и Кольского района. Вот приближаемся. 55-91-95. Приближаемся к этому, к этой границе. Граница условная, никаких там указателей, постов, шлагбаумов нет. Дождика нет, но тучи, облака серьезные. Обочина достаточно широкая, можно беспроблемно остановиться.
но хотел бы проинформировать, что не везде обочина такая безобидная, такая простая. Сейчас я не могу вспомнить место. Так вот, к границе подъезжаем. Ну вот условную границу проехали, там стоял какой-то указатель. Вот обратите внимание, что полотно дороги имеет какие-то проплешины. Это уже верхний слой износился, и я думаю, через год, может быть, через два потребуется капитальный ремонт. Так, о чем я говорил-то? Посмотрим, какие цены на бензин в Мурманске. Потерял вопрос, о котором говорил, но вспомню, наверное, попозже. Двигаемся сейчас по территории Кольского района. Да, вот, вспомнил про обочины. Значит, был один маршрут у меня, когда я двигался по дороге, и возникла необходимость съехать на обочину. Меня привлекли какие-то отблески на обочине. Съехал, стал рассматривать и был ошарашен, когда увидел, что обочина сплошь и рядом, сплошняком усеяна битым стеклом. Ну, то есть отходы стеклопроизводства были использованы в строительстве. Я попытался кусочек такого стекла выковырнуть. Ну, выковырнул, порезался до крови. И уже зная, что обочина такая жуткая, что очень легко порезать все колеса, очень аккуратно и тихо снова вернулся на проезжую часть. Поэтому имейте это в виду, отправляясь в поездку, что может быть и такой нежданчик, когда на обочине вас будут ждать вот такие вот неприятные сюрпризы. Сейчас не могу вспомнить, или Пермский край, или... Господи. Сейчас не вспомню просто. Да, все-таки давит на нервы этот радар-детектор. Ну вот замечательная дорога, то что местами вот сейчас две полосы в сторону Мурманска, встречная одна, то есть есть возможность уступить дорогу или обогнать медленно идущий транспорт. Но обычно эта дорога, когда идет на подъем, тогда вот такое две полосы. Как только дорога идет на спуск, вот как сейчас в данном случае, начнется спуск, то будет две встречных полосы. Но дорога уже требует
требует ремонта. Конечно, еще можно ездить, может быть, год, может быть, два, но вот, кстати, две встречных полосы. Обратите внимание еще на цвет дороги. В разных регионах он разный. Есть регионы, где дорожное полотно имеет зеленоватый оттенок, где-то розоватый, розового цвета. Но это в зависимости от того, какой наполнитель используется при подготовке асфальтового покрытия. Так, показания приборов 5,9 на 100 километров. Пройдено 617. Кстати, по расходу бензина, вот сейчас я сказал, что 5,9. Вот такой расход. Это вот на трассе Кола. Подъемы, спуски, все это сказывается на расходе бензина. Есть участки, где в течение двух дней я двигался примерно двое суток, два дня вернее, и расход бензина составлял около 4,1 литра. И это все фотографировал, что расход прямолинейное, прямолинейное и без подъемов и спусков дорога на такой трассе, расход бензина очень маленький, 4,1 литра. Так, с левой стороны на расстоянии примерно 300-400 метров проходит железная дорога вдоль озера, называется Пулозеро. Пулозеро. С правой стороны, да нет, между железной дорогой и федеральной трассой малое Пулозеро. Железная дорога проходит между двумя этими водными, между двумя этими озерами, Полозеро и Малое озеро. Впереди населенный пункт Пушной. Километров, наверное, через 10. И вот в этом месте железная дорога делает резкий поворот влево примерно под 90 градусов и уходит в сторону от федеральной трассы. Далее железная дорога проходит рядом с Мурдозером. А я вот наблюдаю на карте возле населенного пункта Пушной. Вижу взлетно-посадочную полосу аэропорта. И, наверное, вы обратили внимание, на сколько меняется шум в салоне. Это от фракции в асфальте. Я сам не могу разобрать, о чем говорю в салоне. Мегафон, уверенный прием, 100%.
уверенный прием мегафона. Сила сигнала 100%. Это 4 риски, если так вот образно говорить. Ну а мысленно, внутренне я уже, как сейчас помню, настраиваюсь на обратную дорогу, Уже мысленно где-то на трассе Лена А-360 Лена. Ну, трасса обустраивается. Это автобусные остановки, автобусное сообщение. Ну, условия движения вполне комфортные. Вполне комфортно. Это какой уже у нас 8-й месяц, 22-е. 22 августа. Время 16:43-16:44. Время тут, по-моему, московское, разницы нет. Ну, двигаться можно еще часа полтора-два, наверное. До сумерек, я имею в виду. Чем ближе к большому городу, тем лучше инфраструктура. Имею в виду, что вот эти кафе, стоянки, остановки, мотели, заправки. Но на трассе Кола грех жаловаться. В том плане, что плохая инфраструктура. Конечно, было бы лучше, если бы в живописных местах были бы смотровые площадки для автотуристов, автопутешественников, чтобы можно было остановиться, полюбоваться природой, насладиться этим зрелищем естественным. Ну, это, надеюсь, будет реализовано, может быть, в недалеком будущем. Thank you.
обратите внимание на растительность, скудная растительность. Есть еще, попадаются более-менее высокие деревья, лиственница. Ели. Ну и потом скорость, я, во-первых, говорю, выбирал. Во-первых, двигался только в светлое время, старался двигаться, не всегда это получалось. Вот будет несколько эпизодов, когда двигался в темное время, в частности, в Кемеровской области, в Иркутской. Вот в Иркутской области допустил глупость. Надо было заехать в город и на стоянке возле гипермаркета где-нибудь заночевать. Я решил, что на объездной дороге что-нибудь подходящее найду. Но в итоге ночевал практически на обочине. Так, проехали Пушной, вот левый поворот сейчас к поселку Пушной, он остался с левой стороны. Ну а в данный момент на расстоянии примерно километр, может быть, два, три, вижу взлетно-посадочную полосу аэропорта. Надо же было из производителем этого радара, детектора, вот такой звук противный придумать. Вот за сколько времени, я говорю, тут он в этой серии поймал излучение радара. Да, в принципе, радар-детектор и не нужен, достаточно выполнять указания знаков по скоростному режиму. Ну и так далее. Вот еще одно место можно было, где бы остановиться на отдых, может даже на ночевку. Но у меня цель в этот день, то есть 22 числа, в светлое время, финишировать в Мурманске. Ну, это Trend Vision, он моментально практически ловит спутники для позиционирования. Ну вот мегафон, я говорю,
местами, значит, связь мегафона уверенная, хорошая, местами вообще отсутствует, такими лоскутами. То есть сплошного покрытия мобильной связью и устойчивым интернетом на трассе Кола нет. Это, между прочим, относится ко всей территории России. Так, а Теле2 уверенный прием. Операторов связи как грязи, а вот устойчивой связи ни у кого нет. Зато реклама сплошняком идет. Как не включишь телевизор, реклама или мегафона, или Теле2 уже достала. Конкурируют между собой, кто из них лучше. Но для дальних поездок, на мой взгляд, лучше, конечно, мегафон. Теле2 ни в какое сравнение с мегафоном не идет, даже близко не стоит. Один раз помню, есть населенный пункт на Колыме, Сусуман. Там мегафона не было, но удивительно, что была связь с Теле2. Довольно-таки уверенный прием, интернет был. Но это одно место, где... Я был удивлен сильно, что вот в этом месте был оператор Теле2. Кстати, много стоит вышек на трассе Р-504, достаточно много. Вот разговариваешь с людьми, они говорят, что это мегафон, вот, но там или кабель поврежден, или какие-то другие причины. Но связи в момент моей поездки там не было. Очень дискомфортно себя чувствуешь на трассе, если нет никакой связи. Заболоченная обочина, там, где болото вплотную подходит к трассе, стоят отбойники. Это 32-я серия, ну, по сути, это 31-я серия, потому что одну серию я дважды повторил. Потому что компьютер работает, обрабатывает видео круглые сутки, просыпаешься ночью, и вот в полудремотном состоянии начинаешь обрабатывать видео. И получилось так, что одну серию я обработал дважды. Но я думаю, вы меня за это простите. С левой стороны по ходу садовое товарищество «Оптимист». Ну, довольно-таки удачное место. Потому что рядом с оптимистом проходит
железная дорога, и вдоль железной дороги тянется река Кола. Река Кола, в которую впадает река Кица. На поезде, наверное, хорошо видно будет реку Кола. Надеюсь, что место рыбное, не может река Кола промерзать до дна. Ну а учитывая то, что местность заболочена, я думаю, что и река Кица тоже сохраняет, не промерзает до дна. До дна. Река Кица, которая впадает в реку Кола, соединяется с озером, которое называется Кицкое. Ну вот сейчас будем приближаться чуть попозже к повороту, к левому повороту на дорогу 47К-056. 47К-056. Это грунтовая дорога. Она от трассы Кола идет к этому, к этим садовым товариществам и к железной дороге. Так, посмотрю-ка я сейчас, есть ли новые комментарии, вопросы, на которых нужно будет ответить. Так, ну, комментариев пока новых нет. Так, Сергей Трошин написал в ранних комментариях: Алакурти на границе я служил, мне Кандалакша знакома, с тех пор люблю север, ДМБ-91. Ну, я уволен в запас был в 73-м году, 71-73 год. Почему говорят ДМБ? ДМБ — это демобилизация. У нас не было мобилизации, у нас был призыв. Призыв на срочную военную службу и увольнение в запас. Ну а ДМБ — это со времен, когда была Великая Отечественная война, и население мобилизовали для войны с фашистами. После окончания войны была демобилизация, и многим приходилось в армии служить по 5, по 7 и более лет, чтобы дождаться своего. Так что ДМБ не совсем корректно. Я приглашаю всех принять более активное участие. Задавайте вопросы, потому что путь не близкий. И если я буду знать ответы на ваши вопросы, то, естественно, отвечу. Ну и будет какое-то живое общение, потому что без общения с вами, ну, скучновато вести этот комментарий. А я чувствую, мне придется долго комментировать, чтобы избавить вас от этого противного звука радар-детектора. Но тут уже ничего не сделаешь, к сожалению. Потому что отыскивать на аудиодорожке работу радар-детектора — это крайне затруднительно.
Ну вот. Расход 5,9 на 100. Ноги на 650. Средняя скорость 64. Запас хода на 250 км. А был бы у меня талант писателя или журналиста. Можно было бы написать книгу довольно, я думаю, увлекательную об этой поездке. Так, подъезжаем к границе между сельским поселением Пушной и городским поселением Кильдинстрой. Городское поселение Кильдинстрой. Я вот смотрю на карте, какие-то значки, треугольники оранжевого цвета. В одном месте показывает 241 метр, в других 225, 206, 221. 192, что это такое, я не знаю. Вот, наверное, высота над уровнем моря, возможно. Так, подъезжаем, ну недалеко будет левый поворот на дорогу, на грунтовую дорогу 47К-058, которая соединяет федеральную трассу Кола с поселком или станцией Магнетиты. Магнетиты. Ну, смотрю по карте, место заболоченное довольно-таки прилично, и слева, и справа, но люди останавливаются на автомобилях, не знаю, может быть, грибы собирают, может быть, ягоды, может, просто остановились отдыхать, потому что больших водоемов не вижу. Вот обратил внимание, что скорость на видеорегистраторе на смартфоне, навигаторе и на спидометре автомобиля отличается на 2-3 километра. Двигаюсь в режиме круиз-контроль. Вот мигает фарами, значит, надо полагать, впереди гаишник с радарами. На 15-м канале тишина. Ну, в основном радиостанции у... Но они могут мигнуть фарами,
в двух случаях, что стоят гаишники, или же идет скрытое наблюдение за дорогой. Ну, это старый прием у водителей. Раньше, когда не было радиостанции, они фарами предупреждали. У меня был забавный случай на трассе «Север». Еду, двигаюсь по дороге, смотрю, стоит машинка, там гаишники, 3-4 человека. Ну, я проехал, посмотрел на них, еду дальше и мигаю. И мигаю фарами встречным водителям. Вот, по радио предупреждаю, что стоит машинка, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и так далее. Проехав немного, смотрю, такой пятачок, стоянка. Стоит гаишник и тормозит меня. Я остановился. Вот. Он мне предъявляет обвинение, что я выехал на полосу встречного движения, ну и для лета-поля. Я говорю, ну покажи, где, что, как. У меня, во-первых, видеорегистратор, который четко фиксировал, что я на встречную не выезжал, правил скоростной режим не нарушал. Вот. Ну, пригласил меня в автомобиль. Ну, это лет 7, наверное, было назад, может быть, чуть побольше. Я пошел, сел в автомобиль. Там стали меня обрабатывать, что я нарушил, выезжал на встречную. Сейчас они привезут видео и покажут, докажут мне это. Так, приближаемся к левому повороту, к населенному пункту Шангуй. Дорога называется 47К-055. Ну ладно, я говорю, давайте посмотрим. Проходит некоторое время, подъезжает второй автомобиль, показывает ему какое-то видео, он показывает мне, ну, я еду на автомобиле, впереди меня идет эвакуатор с большим прицепом. И все. Ни выезд на встречку, ни попытка обгона, ничего этого не было. Я говорю, ну и что? Мне такой вопрос, а зачем вы мигали фарами? Уже не знают, к чему придраться. Вот гаишники стоят, по-моему, да? Да. Вот об этом гаишнике он предупредил. Я говорю, да я не только фарами мигал, я и по радио предупреждал всех, чтобы соблюдали скоростной режим, правила дорожного движения. На дороге находится этот инспектора ГАИ. Они аж рот открыли от этого, от удивления. А возразить-то было нечего, по сути. Какое нарушение? Тогда не было никаких запретов на световые сигналы. Сейчас вроде бы приняли закон, запрещающий мигать фарами, но тоже глупость, чистейшей воды глупость. Это рассчитано на то, чтобы именно поймать и оштрафовать водителей. Не для того, чтобы поддерживать безопасность дорожного движения, как-то помогать водителям, подсказывать, а вот именно поймать и наказать. Вот это огромный, на мой взгляд, огромная ущербность в работе ГИБДДшников, которые нацелены вот именно оштрафовать. У них есть как бы нормативы, чтобы заработать там палки, они вот начинают всевозможными способами выполнить разнарядку на день. Вот, поймали там 10 водителей. О, молодцы. Так, треть бака. Так что работникам ГИБДД
нужна не всем, далеко не всем, потому что есть люди порядочные, встречаются гаишники. Вот там нет пригород Санкт-Петербурга или Москвы. Там бы давно уже вдоль дороги были бы домики какие-то, сооружения. Здесь до центра 31 километр, и никого нет. Ну, я вот повторю, что есть и немало порядочных, нормальных, замечательных ребят в ГАИ, в ГИБДД, как сейчас называют. Но встречается в каждой бочке есть ложка дегтя. И вот из-за таких мелких пакостников складывается общая картинка. Придет серия, в которой я расскажу об одном гаишнике в этом поселок городского типа Хандыга. Это в Якутии, по-моему, вот, на реке Алдан, недалеко от реки Алдан. Но там я встретил двух гаишников. Капитан вполне адекватный, нормальный, ну, нормальный человек. И лейтенант, такой подвинутый, немного по фазе. О них я отдельно расскажу, ну, когда придет эта серия. Вот. Ну, впереди населенный пункт, называется Кильдинстрой. Может, это передвижная мехколонна, а может быть и так называется поселок. Но, судя по карте, этот поселок Кильдинстрой расположен на берегу реки Кола. Вот я вижу тут Полярная улица, Набережная улица, Советская улица, Кильдинское шоссе, амбулатория, среднеобразовательная школа, поселок, Сбербанк, памятник Ленину. Ну, в общем, довольно-таки крупный поселок. Это будет с левой стороны по движению. Ну, а далее за Кильдинстроем зверосовхоз с левой стороны. Вот как раз на трассе напротив, рядом, очень рядом со зверосовхозом закончится серия. И останется одна серия до привала, до ночевки, до Мурманска. Но она будет короткая. Thank you.
точно пробка. Светофор. Так, пришел комментарий. Почитаю, что там написано. Так, Саммер Вэй, здравствуйте, а могли бы мы выпить вместе? Я в Москве работаю. Ах, уважаемый Саммер Вэй, я свою долю уже давно выпил, свою цистерну. Уже много лет не употребляю спиртное. Так что в этом плане я вам не помощник. Так, дальше. Что у нас? Ну вот, проезжаем поворот на Кельдинстрой. Или уже проехали? Да вряд ли. Ну, в общем, левый поворот в этом месте, это вот как раз к этому поселку. А вот видно, с левой стороны параллельно идет дорога, это как раз к этому поселку. Надо полагать, вот и развязка будет. Так. Ну, совсем немного осталось времени до зверосовхоза. Поворот на зверосовхоз будет дорога 47К-063. Ну, до Мурманска еще далековато. Так, ну, впереди будет раздвоение дороги. Одна пойдет вдоль реки Кола, а вторая, значит, обводная дорога Мурманска. Ну, пока не знаю, по какой... Тут несколько дорог, по какой из них проведет навигатор. Ну, еще одна серия, и мы финишируем в Мурманске. Все, до следующей серии. Вон впереди мелькает река Кола. За деревьями. Ну все, до следующей серии. Всего доброго.